¡Dale! ¡Arturo! ¡Arturo! В разгаре матч за третье место на турнире Киев Футбол Кап, который проводит Европейская лига ветеранов. В матче за третье место встречаются команды сборной Армении и сборная ветеранов киевского ЦСКА. И вот на наших глазах счет становится 2-0. Забивает Эдуард Цихмейструк. Перед этим забил Дмитрий Коренев. Таким образом, очень уверенный первый тайм для команды ЦСКА. Хотя, вот я сам сказал, очень уверенный, но засомневался в своих словах, потому что действительно перед этим несколько очень хороших моментов было у сборной Армении. Знакомимся с составами команд. У ЦСКА в воротах Святослав Сирота, полевые игроки Олег Семко, Эдуард Цихмейструк, Павел Матвейченко, Анатолий Бессмертный, Виктор Мороз, Игорь Костюк, Андрей Конюшенко, Александр Мальцев, Алексей Дерипапа, Виктор Додонов, Владислав Гельзин, Михаил Кот, Дмитрий Коренев и Руслан Костышин. Руслана Костышина не вижу я сегодня в матчах команды. Наверное, отыграл только вчерашний день, сегодня уже Руслан не приехал. Сборная Армении в таком составе: Шмаванян, Сукиасян, Егиш Емеликян, Васканян Артур, Кочарян, Гюлам Барян, Симонян, Нарцманян, Адамян, Мирзаян, Давтян и Петросян. И на этом у нас первый тайм завершился. Матч за третье место выигрывают ветераны ЦСКА со счетом 2-0 после голов Коренева и Цихмейструка. Дальше, хорош! Здорово, блядь! Алан, Алан!
Вернуться в игру. Все-таки отставание 0-2 это серьезно, учитывая то, что длина матча, длина тайма всего лишь 12 минут. Но похоже, что сейчас будет счет 3-0. И действительно так и есть. Команда ветеранов ЦСКА забивает третий гол. Это делает Виктор Мороз. И вообще, конечно, наблюдая этот разгром, эту хорошую игру от ветеранов ЦСКА, немножко озадачиваешься, как же команда умудрилась в полуфинале, в самом дебюте, пропустить три мяча от команды «Армия». И потом уже изо всех сил пыталась себя вытянуть, как тот барон Мюнхгаузен, за косичку из болота. И так и не смогла вытянуть. Очень сильная команда ветеранов ЦСКА. И уверенная игра со сборной Армении тому подтверждение. И Гиш Эмеликян искал на отметке пенальти своего партнера. Ой-ой-ой, как красиво. Артур Васканян в падении ножницами с нулевого угла. Забить, конечно, было нереально, скорее всего. Но за саму попытку громкие аплодисменты. Владислав Гельзин. Сдалека бьет Гельзин в руки вратарю. Гиш Эмеликян по широкому радиусу здорово оббегает защитника. Семку. И зарабатывает угловой. Гиш Эмеликян, похоже, один из немногих игроков сборной Армении, у которого действительно есть силы и готовность вытянуть два матча за день. Вот для команды Армении это второй матч. Вау! Вау! Еще одна попытка удара через себя уже от другого игрока. И это был бы гол турнира, вы знаете. Десятый номер Качарян. Качарян пробивает через себя после наброса Меликяна с углового. И мяч попадает в штангу, даже во внутреннюю сторону штанги. В районе девятки. Гол турнира нам испортила эта штанга однозначно. Итак, аут для команды ветеранов ЦСКА.
уверенно, команда идет к победе в этом матче. К бронзовым медалям турнира Киев Футбол Кап. Артур Качарян. Тот самый игрок, который попал у нас ударом через себя в штангу. Организаторами Киев Футбол Кап являются Европейская Лига Ветеранов и компания Медиатим, технический партнер Селект, партнеры Бестия и Евоклиник, главный информационный партнер Спорт-Арена, другие информационные партнеры сайты Sport.ua, Football.com и Аматорский спорт Украины. Отмечу, что следующий турнир Европейской Лиги Ветеранов пройдет в Малаге. Это будет в январе 2019 года. Малага Футбол Кап. И Европейская Лига Ветеранов приглашает принять участие всех ветеранов в этом турнире. За более детальной информацией посещайте сайт eurovl.com или просто можете погуглить Европейская Лига Ветеранов. Наверняка найдете и сайты, и информацию, и людей, через кого можно попасть в эти ветеранские команды. Егей Шемелекян на дальнюю штангу. Как здорово. Можно бить. Третья попытка удара в падении. Это же надо. Артур Восконян. Ну, именно его попытка. Вторая. А еще бил Артур Качарян. Что ж, сборная ветеранов ЦСКА уверенно идет к бронзовым медалям. А я скажу, что следующий матч в нашей программе — это матч выставочный. Звезды украинского футбола против сборной звезд именно этого турнира. А у нас счет становится 4-0. Забивает 11 номер. Одиннадцатый номер — это Алексей Дерипапа. После подачи углового головой очень четко Алексей пробил. Разгром. Полный разгром команды Армении. Ну, сказать, что по игре, возможно, в плане обороны, да. Армяне действительно выглядят в этом матче слабовато. Но в плане атаки сколько уже создали армянские футболисты. Восконян, Егей Шемелекян, Качарян имели хорошие моменты. Игорь Костюк с мячом. Нет, это не Игорь Костюк. Это Михаил Кот был с мячом. По протоколу идет как Игорь Костюк. На самом деле Михаил Кот под восьмым номером. Владислав Гельзин. Снова Гельзин. Мощный удар. Вратарь сборной Армении Шмаванян берет мяч намертво. Очень хочется армянам хотя бы один гол забить. И вот прекрасный момент. Думаю, гол должен случиться. Не случается. Не случается. Артур Качарян не смог переиграть Святослава Сироту. Но гол все-таки будет. Гол все-таки будет. Спас Егей Шемелекяна
забивает шестой номер сборной Армении. Это Петросян. Таким образом, 4-1. Я думаю, что на этом пора расходиться командам. Егиш Емельян еще просит несколько минут у арбитра дополнительных, добавочных. Ветераны ЦСКА. Мяч отобран. Егиш Емельян. Видно, что арбитр действительно дарит ему и его команде еще несколько минут для того, чтобы забить второй мяч. 12 минут уже точно у нас истекли. Ну и, пожалуй, все. Стоит свистеть, потому что армяне уже очень неохотно возвращаются в оборону. Просто нет сил. Тут дело не в желании даже. Гельзин. И этим ударом в перекладин у нас матч, собственно, и заканчивается. 4-1. Ветераны ЦСКА победили команду сборную Армении и заняли третье место на Киев Футбол Кап. Армяне, соответственно, четвертое.